Ну, то есть вот этот идет. Вот этот, ну, немножко сдавленный, гетероморфный. Ну, надо попытаться вскрыть вот этот. То есть бить куда-то сюда. Либо сюда. Как он ляжет, так, наверное, лучше прямо в макушку образца. Окей. Сначала давайте попробуем один, да? Красота. Это же надо за один разряд. Один вот. О, вышел. Смотри, какие красавцы. Ну, это должен был уйти. Так, что еще? Это что такое вот это вот? Это фрагмент гетероморфного аммонита. Ну, он, скорее всего, был не целый. Так, отпечаток от какого-то. Сейчас самое главное, что с этой нашей конкреции. Это тот аммонит, которого мы хотели извлечь. Мне пока не извлекся. Вот он. Еще разочек. Хорошо, что много сюда не дали, да? Да, конечно, не надо. Они будут, аммониты будут разваливаться хорошо. Ну вот целенький открылся. А вот один маленький, видишь, да, кусочек. Вот. Угу. Вот надо вот это попробуем еще вот этот извлечь. То есть разбирать такие на Северном Кавказе это называют банки. Итак, момент истины. Хорошо, мама. О, вот он, вот тот самый спинка, которого торчала аммонита. Прекрасно открылся. То есть вот мы видим, что вот эти аммонитовые банки великолепно открываются способом электроимпульсной дезинтеграции. То есть вот прекрасный получился законченный образчик. Ну вот можно было здесь еще немножко бочка подкрыть, все. Ну он уже хороший, да? Да, сейчас попробуем засунем еще. Ну как, что и требовалось доказать. А нет, слушай, вот наш тот. Это еще один выпал из, ну, открылся из породы. Она должна легко разбираться теперь. Вот еще один. Я думаю, что этот способ подходит для препарации не только Серого Кавказа метеоритов, а еще, допустим, с Мадагаскара. Альпские аммониты Мадагаскара, если это сделать побольше, там большие крупные конкреции, если сделать побольше, то они будут намного лучше биться. Ну, то есть открываться, это, в принципе, в этом вот есть практическое применение вполне. А можно закупить, ну да, тут что-то, вот что-то готовое выпадают аммонитики. Ну, вот гетероморфный, конечно, он может и был не целый. Сейчас посмотрим. Всегда же можно собрать все и склеить. Они, если механически их открывать, они тоже ломаются. Смотри. Вот это крупный, ценный довольно аммонит. Ну, если бы можно вот так вот упереть, чтобы вот этот открылся. А может быть можно и сзади, кстати говоря. Можно сначала разбить просто пополам эту конкрецию. Да, я думаю, что, будет, что образец вот большой, вот да, сюда упрем и посмотрим. Некрасивый. А вот этот сломался. Опа. Вот надо бить еще, склеим потом. Там у нас что есть? Не, много раз не надо бить ухо, видишь, надо сразу по одному перламутру входит. Ого.